Не удалось Шору как следует распорядиться шайбой. В итоге Акбарс из своей зоны атаку новую начал. Очень легко заезжает в зону добивания. Гол 3-1. Счет становится. Ну ничего себе. Быстрая атака. И Стивен Кемпфер забивает свою очередную, уже 11-ю шайбу в этом сезоне. Все сделал сам. Красавец. Грубая позиционная ошибка игроков Сибири. Во-первых, много свободного льда было у Кемпфера в средней зоне. Вот здесь. А во-вторых, посмотри, как далеко скатываются игроки Сибири. А в частности, защитник Кудака. Он находился где-то в районе усов. То есть он и на бросок не выдвинулся, то есть шайбу не поймал на себя.